Добрый вечер, уважаемые телезрители. С одной стороны, все более и более неизбежной становится поездка нашего президента Вайры Вики Фрейберги 9 мая в Москву. Вот недавно она получила письмо от канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который приветствует желание Вайры Вики Фрейберги 9 мая быть в Москве и участвовать в праздновании 60-летия со дня Великой Победы. Вы понимаете, для Германии вот подобные события, они достаточно сложные. Это историческая дата, в которой Германия, ну, скажем так, выглядит неоднозначно. И несмотря на это, сам Герхард Шрёдер собирается в Москву и хотел бы, чтобы там оказалась и Вайра Вики Фрейберг. Это с одной стороны. А с другой стороны, недавно Латвию посетила представительная делегация из России в составе политологов, политиков, специалистов в области международных отношений во главе с помощником президента России Сергеем Ястржемским.